И снова всем здравствуйте. Вчера администрация Новокузнецка прислали сообщение ВКонтакте, что снегоуборочные работы по шахтеров завершены, исполнены 15 числа, сегодня 18. Смотрим. Вот оно, исполнение идет в полный рост. Это шахтеров 20Б напротив полета. Здесь, смотрите, они шапку позбивали. Здесь вообще не чистили. А еще посыпание песком они называют снегоуборочными работами. Смотрим внимательно. Ничего не чистилось здесь. Ну где ваши работы, администрация? Снег перемесили. Здесь смотрите, какой скат туда вниз. Снегоуборочные работы произведены. Пол тротуара закидали. Молодцы. Ну и как вам работы ваши? Вам врать-то не надоело людям? Видно, да, вон где асфальт и где бугор. Снег вообще не тронутый. Его только перемесили. А здесь аж ступеньку выкопали. Когда работать научитесь? Администрация, ау. Рынок тоже не чищенный. Шахтеров 12. Не чищено. Вот ступеньки. Раз, два, три, четыре. Не чищено. До самого крыльца Марии, или кто тут? Монетка. До самого крыльца Монетки не чищено. Здесь тоже повыгрызали, как попало. Все. Нет, она хорошая, крупная. Здесь. Вот монетка здесь кусочек выскребла. И все. Дальше пошли. Идем к 84-му отделению Почта России.
где я дедушку встречал. Где дедушка дедушку встречал с баташком. Тоже тут никто не чистил. Не чищено вообще. Так что хватит врать уже. Приступайте к своим прямым обязанностям.